Умники и умницы. Именно так называется праздник, прошедший в Уфе. Репортаж подготовила Анна Аксенова. Первая стартовая республиканская игра «Умники и умницы» проведена в Башкирском государственном педагогическом университете. Инициатором запуска игры выступила Уфимская митрополия Русской Православной Церкви. По благословению его Высокопреосвященства Уфимского и Стерлитамакского Никона провели мероприятие сотрудники миссионерского отдела Мария Ларионова и Вадим Розенфельд. Как и все, наверное, заинтересованные люди в обществе, чтобы царило атмосфера высокой нравственности, чтобы люди учились и знали историю, и общались друг с другом. Вот и церковь тоже преследует эту цель участия в этом проекте. И благодаря руководству этого учебного заведения и митрополиту Никону, который благословил этот проект, вот проведена первая игра благополучно, радостно, участие. Вот, дай Бог, чтобы у нас было это и дальше продолжение этого проекта, чтобы мы общались друг с другом, делились знаниями. В первой стартовой игре соревновались 4 команды, представившие филологический, исторический, информационно-технологический институты БГПУ, а также аспирантов вуза. Игрокам предстояло ответить на сложные вопросы, касающиеся жизни города Уфы в 19 веке. Шли они по 4 разным дорожкам. Самая короткая, красная, была самой сложной. На ней нельзя было ошибаться. На синей и желтой дорожках можно было ошибиться 1 раз, 2 раза на зеленой. Башкирский государственный педагогический университет запускает вот этот социальный проект с несколькими целями. Ну, во-первых, это поддержка, выявление и поддержка развития талантливой молодежи, то есть здесь одаренные дети, способные дети. Это укрепление диалога между разными поколениями наших подрастающих поколений. Это появление возможности у них проявиться вот, ну, в таком вот интеллектуальном плане. То есть здесь нет цели какого-то материального поощрения, здесь именно заработка социального авторитета и вот выявление этих интеллектуальных гениев. Высокий авиапак, в который вошли представители Уфимской митрополии, Башгоспедуниверситета, газеты «Комсомольская правда» и Института содействия развитию мусульманского образования, распределил команды-участники по дорожкам. 5 туров показали самая сильная команда, конечно же, историки. Они, идя по красной дорожке, ни разу не ошиблись. Вышли в финал первыми. Красные дорожки мы выбрали, потому что, ну, мы историки, не знаю, мы должны были выиграть, мы уверены были в своей победе. Мы очень сильно готовились, нас действительно готовил наш декан, Абудзянова Гульнара Талгатовна. Огромное спасибо за это ей именно. И, не знаю, вопросы, да, были интересные очень вопросы. Очень понравилось, что были какие-то вопросы, которые именно о каких-то особенных событиях спрашивались, а не просто о каких-то обыденных историях. Но на вопросы, на которые не смогли ответить участники, кстати, филологи и аспиранты, не справившись с заданиями, выбыли из игры, смогли ответить зрители. Здесь отличились воспитанники детского дома №1 и не принимавшие в игре участие студенты-историки. Они, как и победившая команда, получили приз – возможность побывать в редакции газеты «Комсомольская правда» в Республике Башкортостан, посмотреть, как работает редакция. Что дает эту победу в этой игре? Вообще не победа, хотя бы участие, это прикоснуться к истории, как это я как историк по-новому даже взглянул на наш город с немного с другой позиции, вот, как мы прогулялись по старой Уфе, по старому городу, было очень увлекательно и интересно. Подобные игры, по словам организаторов, теперь станут традиционными. После первой стартовой игры состязания вновь стартуют в сентябре месяце. В них смогут принять участие учащиеся вузов, СУЗов, общеобразовательных школ. Целью же игр станет не только выявление талантливой молодежи, но и способствие укреплению дружеских взаимоотношений между представителями разных национальностей и конфессий. Анна Аксенова, Эмиль Ахмадеев, Видеослужба Уфимской епархии.